Театральная студия «Глория» существует уже не первый год и является постоянной участницей всех районных мероприятий. В этом году она очередной раз представила на суд жюри постановку для того, чтобы подтвердить звание образцовой. Дарья Исламгулова на протяжении 8 лет играет в спектаклях. Для 11-классниц этот год занятий в театральной студии завершающий. Но она не собирается бросать данное направление, потому что для нее театр – это маленькая жизнь. Сегодня мы, получается, защищаем наше звание детской образцовой театральной студии. И мы показываем сказку «Как Настенька чуть кикимора не стала». Это что-то вроде, ну, русская народная сказка. И, ну, мы очень долго готовились с начала учебного года. И, ну, мы каждый день приходили, репетировали, пытались запомнить слова. И, ну, все время прогоняли это. И, ну, у нас, надеюсь, получилось. А какую роль исполняешь? И вообще, как, ну, трудно было, нет, вообще, вжиться в роль? Ну, я исполняю роль молодой бабы-яги. И вообще, это для меня не свойственная роль. Я решила попробовать себя, ну, как-то по-новому себе, в новом стиле. И вот, ну, вроде получается. Надеюсь, что получается. Ага, ну вообще страшно, нет, ваш все-таки Софу приедет. Ну, мы выступаем уже перед ними не в первый раз, и в прошлом году мы выступали. Но все равно волнение имеется, потому что, ну, новый спектакль, но каждый раз все по-новому ощущаешь, и выступать тоже страшновато. Ну вот, сказали же, что ты последний год, получается. Вообще дальше чем планируешь заниматься? Может, как-то в этом направлении продвигаться, нет? Ну, в будущем я собираюсь уже, ну, как бы так серьезно не буду заниматься. Если будет возможность, получается, ходить в такие, ну, студии, то я буду посещать, потому что это все-таки, ну, очень, мне очень нравится вот этим заниматься, ну, на сцене себя я очень, ну, уютно чувствую. Мне это нравится. А чем вот посещение театральной студии тебе как-то в жизни помогает? В жизни мне помогает это тем, что я как-то более раскрытая стала и, ну, разговорчивая. Республиканский театральный фестиваль «Перезвон колокольчиков» проходит раз в 3 года. Здесь подтверждают свое мастерство не только давно существующие театральные студии, но и детские коллективы. Они представляют свои постановки для присвоения звания образцовой. В этом году свои силы попробовали 2 детских театральных коллектива из Орлановского и Саузбашевского сельских домов культуры. А также жюри проводило отбор для участия в финале фестиваля. Финал проходит у нас 21-22 апреля в Аургазинском районе села Толбазы. И там будут выступать лучшие театры, музыкальные театры, театры кукол, драматические коллективы. Фестиваль уже проводится у нас как «Перезвон колокольчиков» 5-й раз. У нас это распространенный фестиваль, все ждут детские коллективы. В этом году уже мы пока просмотрели 15 театров. Из них, верите, 10 театров на звание образцовой выдвигают. Детские театры нормально в деревнях, в клубах сельских работают очень хорошо. Театр – это такой жанр, который могут, кто любит искусство, они играют, все дети. Просмотрев постановки, жюри высоко оценило игру актеров театральной студии «Глория», тем самым подтвердив звание образцовой.